Всем привет, это Микелик, у нас в Вашингтоне. Да, сейчас идет загрузка. Там, по идее, обновление вышло или нет, на выпуск проверить. Да, и пацаны, всем привет, да. И в чем-то можете тебя выбирать, как бы, например, вход американский. Ага, вот американский. Вот японский. Этого нет пока. Это... То, вот российский. Да, его пока тоже нет. Так, дальше. Там же есть всякие позвонбасы на него. Сейчас меня это шутка. Вот это расцветка. Не хочу подвозить. Угу. Дальше, что у нас тут что есть? Так. Так, все это запомнил. Так, вот такое. Вот, тут показаны игроки, которые... Ну, давайте поучить вместе. Ага, давайте надо. Даже это что? Ага, нет. Так, у меня тут есть. Это вы видели уже. Так, это какая-то комната. Ой, куда не было. Так, у меня тут эффект. Давно чужой выбор, да. Ну, какие-то попасы, начинаю, что такое такое бывает. Так, давай теперь сюда приставим, там рисунка. А это на самом деле лучшие кабли, да? Ставим. Так, что у нас дальше тут? Что это за какой-то? А, также что это? Так, не сюда я нажал. Не туда.
No tengo lo que he hecho. У нас тут есть раз, два, четыре, по крайней мере, у меня два вида путешествия. Сейчас тут у нас тоже два вида. Так, ну как поехать, да? А мне интересно, они сами покачиваются или нет, а? Ага. О, чё это, я чё делаю, подкачиваю ока? Ну, да. Ну чё, пацаны, давайте в босс ходим с ним. Так, куда? Что, нужно? Ну. Ну, подавай сюда. Да, запуска. Конечно, мне просто как-то неудобно снимать. Это раньше было полегче. Также видите, две виды карт. Есть не все, мне больше пока ничего не подумали. Я бы... А, да, также вам надо в магазин попасть. Так, но... пока не помню уже. Сейчас мне сообщит передаху. Полагаем. Ну то, вот меня это, анимация по-другому. Где? Где? Вот. Не долетел. Уходим. Когда уходим. Косой. Сука! Меня уже потопили. Как? Блин, ебал я их вот. Не, ну.
Может, потому что не прокачан? Как странно. Вот эти сундуки есть. Так, вот я не знаю, как мы можем запомнить. Вот, да, вот магазин делал американский флаг. Так. Угу, так, да. Ваш корабль оснащен торпедными аппаратами. Приступим к обучению запуску торпед. О, пацаны, вот, ой, сейчас, все. Я не понял, тут не делится. Давайте научим. Давайте приступим к обучению запуску торпед. Без Б, пацан, без Б. Чтобы выбрать торпеды, нажмите кнопку «Сменить оружие». Проведите по экрану, чтобы прицелиться. Запускайте торпеды. Так, офигенно, торпеды способны нанести ощутимый урон противнику, но относительно медленная скорость хода затрудняет их использование. Все, спасибо. Я понял. Корабль, который надо уничтожить, сейчас начнет движение. Залп, выпущенный в белую часть зоны прицеливания, с большей вероятностью поразит цель. Угу. Что-то вот... Ну что ты хочешь, что ты понимаешь? А где, понятно, белый цвет будет, а? А. Это же побольнее даже. Такой медленный, а? Сука. Смешно. Мне попадает на телефон. Смешно, я попал мимо полетели. Сейчас, Одно невозможно. Сука, вот это хуёво. Сходи по телу, ну хоть тут... А-а-а. А вот тут получится, если даже... Thank you.
Тут эти вот. Стой, ты можешь не двигаться, пидораса, а? Вот, видите, тут перезагрузка, вот там. Они просто мимо летят, я не могу. Вот, навел. Вот, видите, блядь. По тебе хоть попадешь, пидорас ты ебаный, я тебя в попу. Попал. Пап. А, я понял. Все, пацаны, я понял. Идет, короче, когда две стрелочки соединяются. Отличная работа, капитан. Вы завершили обучение запуску торпед. Спасибо. Я также это сдал. Где-то передаю. Спасибо хоть за то, что меня любите. Так. Ну, там, купленный. А мне интересно, это все? Блин, это просто... Это просто такие ручные на него. А, домой пойду. Ага. Что это? А. Нет, американский корабль. Это корабль. Так. Нет, это тоже пустой. Вот. Давайте вот как раз мы этот корабль покачаем торпедами. Давайте вот где-то испробуем. Просто тут изменилось намного, что эти улучшения. А мне интересно, где этот корабль, который... Вот, видите. Самолет выпускает, куда он будет, он не так обоставлен. Бой начинается. Я прокатил меня. Ой, блин. Ну, ладно. Я вахую. Давайте так будем плыть.
Вот страны не знаем, что это еще видите. Цель обнаружена. Не понял. Блять, я тебя это не понял. Где я? Поворачиваем. Так, ну, по один чай. Да, ну, не могу. Вы чё, блять, а? Да хуй вам, хуй вам не по мне попадете. Нас попали! Я вижу. Сел на прицел! Сука. Блять, вот поэтому не люблю. Да. Тихо, а на каком месте это шпили? Поэтому не знаю, это не стоит на них для сколько. Получил. А где снимешь, а? Я стреляю, а как мне, я не захочу. Ага, а это у нас еще все отдыхает, все вполне. Давайте я все отдыхаем, кстати. Угу, опять же, ну, весь мне такой-то закинул.
Все. Стой. На нем хотя бы педа есть. Ты о чем? Где торпеды, суки? Не сближаться. Цель обнаружена. Ты где? Там нету. Блять. Ну, не хочется. Я не пойму, где поснял, вот видите? Полежу, отдохну. Близко к победе. Конечно, когда я потопил несколько кораблей. Да, плятан-то, вот там еще один кидер. Разворачиваемся, надо достать этого чудила. Я тоже понял. Ага, сразу заднюю дал, а? Чё ты заднюю дал, когда у меня почти полное здоровье, у тебя его ни хрена нет. Так, это твой.
Ой, я поворачиваю на. Так, какая вижу? Так. Там же какие-то касаются, мы добьем. Либо я, либо мы его добьем, либо он сдохнет первее меня. Ой. Милый, привет. Победа, пацаны, победа. Вот видите, когда у тебя нормальный корабль. Это все тип-топ. Ну и что, пацаны, всем пока. Ставьте лайки, кому понравился этот видос. Вы даже... Да. Так, что у нас тут? Спасибо за денежку. Так, получается, у меня такое... А на каком у меня торпеда, а? Блядь, либо на вот этом. Ну, это не танки. Так, вот как понесло? А, вот он. Либо нет, это у нас. Вот, ну, всем пока, пацаны.